Всем привет, ребята! Сегодня с вами я, Даша, и сегодня у меня видео «Не подпевай челлендж». Сегодня я буду не подпевать под популярные песни этого лета. А перед тем, как мы начнем, подписывайся на мой канал, ставь палец вверх и поехали! Начинаем. У меня вот здесь тут стоит компьютер. Он завис. Ничего. Она меня окутала, ты будто мой сорт марихуана, небо в алмазах, лето летала, ты моя бэйби, дочь карнавала, двигайся, крошка, принцесса пала, ночь перемен, а здесь можно подтанцовывать. Не, петь пока не хочется, на первой песне не хочется. Это точно хит этого лета. Ну, я мастер танцевать. Конечно, хочется подпеть, но я попробую сдержаться. Кстати, клип «Улети» я не так и давно посмотрела. Я знала про эту песню, но клип я давно бы не смотрела. Ну, «Тает лед» — это уже не хит, мне кажется. Лично мне эта песня уже надоела. Губы уже говорят, хочется спеть. Я когда была в лагере, я первый раз узнала об этой песне. А нафигенно. Заела. Ну, подождем. Я проиграла. Все. Большие сразу стали, словно выйти в тайлер. Пишите в комментариях, какой спиннер. Я не фанатка, чистка. Вот эта вот песня мне вообще не нравится. Я не понимаю, как Хованский записал с Маликовым, по-моему, я не помню. Да, Дмитрий Маликов. Ну, вот Хованский, а вот это Дмитрий Маликов по возрасту. Можно показывать. Эта песня тоже моя любимая, но сейчас нет, но она мне нравится. А вы знаете, как она переводится? Спасибо, что
О, вот это вот любимая песня из репертуара Егора Крида. Она реально крутая. До свидания, сколько души ей не лей-лей. Не катит музей пусть, ведь для нее ты лузер. На туза под видом мигом парень. Я уже все равно проиграл машину. Крузи, Бентли или Крузи. Купишь за капусту, эта девочка эксклюзив. Она в ярко-красном платье. Молодая Дона. Ну и вот такой вот нотой я заканчиваю свое видео. Я два раза не сдержалась, я попела на песне Деспасита и на песне Мамасита Джей Калиба. Но это даже хороший результат для первого раза. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на меня в Инстаграм, в Мьюзикле, в мою группу ВКонтакте, на мой канал. А с вами была я, Даша. Всем пока-пока!